Виктор Голявкин. Четыре цвета. Первоклассник Алик нарисовал сиреневого верблюда, зеленую лошадку, синюю утку и красного зайца. Папа, увидев рисунок, сказал: «Разве бывают сиреневые верблюды, зеленые лошадки, синие утки и красные зайцы?» «Не бывают», — сказал печально сын. «Но у меня было только четыре краски. Вот что я сделаю!» И он тут же нарисовал красный мак, зеленый огурец, синее небо и сиреневую сирень.